В этом году смотр пройдет по 14 номинациям, которые охватывают организации санаторно-курортной, гостиничной и туристской направленности, а также отдельные профессии индустрии гостеприимства. К примеру, лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучший инструктор-проводник, лучший санаторий, лучший пляж. Заявки принимаются по 14 июля в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по адресу город Краснодар, улица Орджоникидзе, дом 41.